И вот очередное видео от нормальных людей. Сегодня у нас бабушка и дедушка. А вчера я прочел комментарии от некоторых людей, и я повторяюсь. Ну, вполне возможно, знаете, подписчики постоянно увеличиваются, приходят новые люди, они думают, а что это, к чему это? Ребята, те, которые пишут, скучно, скучно, не смотри. Это тема, которая давняя тема, и мы ее делаем очень давно. И там номерки написаны, такой-то там 200, какой-то еще 200. Это люди. 216, значит, 216 человек получили утроенную пенсию свою, а сейчас уже учетверенную. Поэтому скучно? Не смотри, просто иди мимо. Вот и все. А тут и не должно быть весело. Весело в цирке. 79. Вот будет 80 лет. Ну, гривни 1149. Ну, я ж не одна живу. И сын инвалид первой группы. Ну, и муж тоже 83 года. А кому сейчас легко, наверное? Спасибо. Ой, спасибо, спасибо. Ой, вы тоже добрые. 88. Русскую пенсию 3300 на лекарства. У меня я внук калекою став, негласный мій, сліпий. І йшов на розтяжку попав, оторвала руку і зрення. І день возили, в Одесу возили, в Москву возили, і так немає, і так молодий парень. Имея высшее образование, работал на заводе, а теперь инвалид войны цией. Большое спасибо. Дай Бог вам за это, я куплю угля. Все, большое вам спасибо, спасибо тем людям, которые сотворили это дело.